Добрый день всем! Приветствую вас на своем канале. Хочу вам сегодня рассказать, как и когда я сажаю укроп. Для того, чтобы морозить потом на зиму. Вот я с этой грядки убрала весь лук, выкопала чеснок. Теперь я ее перекопала, добавила туда куриный навоз. Вместе с, у меня уже пересохший куриный навоз с песком. Я прям насыпала вот на эту грядку 1,5 ведра, перекопала. Сделала, вот у меня специальная штучка, лунки, и просеяла укроп. Укроп я покупаю обычный, я беру его в русском магазине, в отделе специи, где вот специи, приправы. Я знаю, что такой же укроп, который хорошо всходит и хорошо растет, он еще даже продается в аптеках. Вот в аптеках, поэтому смело покупайте и садите этот укроп. Я сделала бороздочки, уже показала, вот у меня специальная лунка, мне нравится, я и лук так сажаю. Все, делаю луночки и в эти луночки сажаю. Укроп перед посадкой я не замачиваю. Я просто его просеиваю в бороздке, руками вот так вот заправляю, засыпаю аккуратненько и просто хорошо-хорошо потом проливаю. Я прям не знаю, сюда проливаю прям, не знаю, луночек, этих личек, наверное, 10 водичкой залью сейчас все. И каждый день, пока укроп не взойдет, я буду его поливать. Также вот здесь я себе сделала луночки, приготовила. Я еще посажу петрушку, чтобы она наросла. В это время, когда вот убираешь лук, чеснок и садишь укроп и петрушку, очень хорошо она растет. Не ест тля, не ест никакая блошка. Я даже покажу специально вам результат, когда он зайдет. Поэтому смело сажайте вот в грядке, когда выкопаете лук, чеснок, укропчик, петрушку и готовьте их на зиму.